есть мечта научиться играть на музыкальном инструменте. Это желание может возникнуть из душевных порывов и тяготения к искусству. С вами рубрика «Лучше поздно, чем не научиться» и ее ведущая Карина Евлоева. И сегодня мы будем учиться играть на пианино. Доброе утро, Марина. Доброе. Скажи мне, с чего мы начнем? Для начала мы разомнем твои пальцы. Сыграем мы сначала гамму. Вот, смотри. Постоянно на технику. Для этого существуют разные упражнения, и их нужно постоянно играть. Ну, покажи мне тогда. Ну, в основном у нас бывают гаммы, этюды и все, в принципе. Ну, давай тогда гаммы. Гаммы, но они обычно играются двумя руками вместе и играются на скорость. Всем знакомую из фильма «Кормлю птичка певчая». Это моя любимая песня. Давай. Ты мне объяснила, да? Посмотрим, как я усвоила твой урок. Может, вместе тогда сыграем? Зрителям, что если ваша душа требует музыки, то никогда не отказывайтесь от своей мечты. С вами рубрика «Лучше поздно, чем не научиться».